Всем привет, друзья! С вами Ольга. Вы знаете, у нас в Нидерландах очень так конкретно похолодало. Началась такая настоящая промозглая осень. Я, конечно, понимаю, что в России уже даже идет снег. И мне, собственно, не на что жаловаться, но очень хочется утепляться, поэтому я сегодня в таком теплом свитере. Сегодня я приглашаю вас посмотреть мое влоговое видео. Я немножко покажу, что я вяжу. Также покажу, как я собираю ваши заказы, которые приходят в магазин Amazing Wool. И что за новая пряжа пришла. Пойдемте, друзья, смотреть. Вот что у меня на столе. Покажу сначала вязание. Это новая пряжа Лулу от итальянского бренда Modiale. Я уже показывала кусочек в видео, как я начинала вязать шапочку. Вот такая шапочка у меня получается, очень простым узором, двусторонняя резинка, его многие знают, этот узор. Очень простой, легко вяжется. И я пока не знаю, я хочу бини связать, но я пока не знаю, насколько мне хватит этого моточка, потому что я также впервые эту пряжу использую. То есть получится ли у меня сделать отворот или не получится, я пока не знаю. Посмотрим вместе с вами, что же получится. Но в вязке пряжа очень классная, мягкая, хорошо так пружинит, хорошо держит резинку. И пришел еще один цвет в наличии. Покажу, кто не видел эту пряжу. Эта пряжа уже идет с помпонами. От этой тоже есть помпон. Я потом покажу, какой здесь помпон. Это пряжа Лулу. Вот такой черно-белый красивый цвет есть в наличии. И по метражу в 100 граммах 140 метров. В общем, не знаю, хватит ли мне на бини с отворотом или нет, но в любом случае, думаю, шапочка получится отличной. Вяжу вот такими спицами, бамбуковыми, спицы номер 6. Да, это спица номер 6. Вот так у меня получается. И здесь рядышком лежит мой палантин, и я совершенно случайно обратила внимание. Вот сейчас цвет, к сожалению, не передается хорошо. Друзья, что это значит? Как вы думаете, почему у меня все в одной гамме? Я думаю, что даже эту шапочку можно будет носить вот с этим палантином. Палантин, казалось бы, вязать очень просто, легко и с большим удовольствием, конечно, я его вяжу, но у меня все равно ажуры отнимают больше времени, и сюда ушло 3 мотка практически. Вот у меня осталось совсем немножко уже, совсем чуть-чуть, как говорится. Но я еще задумала вязать кисти для палантина, поэтому посмотрим. Скорее всего, в 3 мотка я не уложусь, но вот у меня почему-то такая пошла бирюзовая гамма. И кто еще помнит, что я начала топ вязать, когда я ездила в отпуск в Турцию, он тоже бирюзового цвета. Я это обнаружила совершенно случайно. Сегодня получила еще одну небольшую поставку от Modiale, от итальянского бренда. Здесь пришла пряжа пашмина, очень красивая пряжа. Вот такие моточки большие, из них можно вязать классные проекты. Это подойдет, конечно, идеально для шарфов, палантинов, шапок. Очень классная мягкая пряжа, она уже есть в наличии. Здесь лана Virgin Merino, мохер и микрофибра. И очень красивые сочетания цветов. Это пашмина. Так, что еще здесь? Modiale мне положил красивые пакеты для клиентов. Такие уже осенние. Здесь я заказала пушистую пряжу Какала. Классная, интересная пряжа. Я сейчас еще достану, покажу ее без упаковки. Из нее можно вязать и сумки, и кардиганы. В общем, все что угодно. Это такая меховая пряжа. Из новенького пряжа Take Me Home, уже я ее показывала, у меня есть обзор на эту пряжу, и там пришел совсем новый цвет. Вот этот цвет уже в наличии был, 659, уже многие его приобрели, а вот этот цвет заказал специально мой клиент из Германии, и я купила, и слушайте, какой он красивый, вы посмотрите, вот сейчас в упаковке, конечно. Вот это да, сочный, осенний, невероятно красивый. Это цвет 654. Сейчас тоже из упаковки достану и покажу. Там у меня еще мозаика лежит, пряжа тоже уже вам знакомая. Пряжа Natural. Серенькая такая красивая. Так. Что еще? Еще пряжа Парис, розовый оттенок, и пряжа на шапочке,
Лулу. У меня тоже есть обзор. Это здесь помпоны так лежат. Там еще Париж. И еще вот такая красивая белая, как кола. Белая, как кола. Просто сумасшедше классная. Сейчас я ее вам достану, покажу. Вот одна беленькая, пушистая пряжа, как кола. Здесь производитель нам рекламирует и показывает сумочки, но она подойдет и на кардиганы, я думаю, и на отделку каких-либо изделий. Это 100% микрофибра. Эта пряжа и уже с прошлого года есть в коллекции Мондиаль, и многие ее очень-очень любят, поэтому заказала два красивых цвета, темно-синий и вот такой белый пушистик. Очень мягкая, просто вот, я не знаю, как облако какое-то. Посмотрите, какая сегодня погода у меня за окном. Солнышко, деревья стоят все такие румяные, насыщенный такой цвет багряный. И сейчас я вам покажу Take Me Home такого же практически оттенка. Вот она, Take Me Home, цвет 654. Такой теплый багряный цвет, красивый, меланжевый. Очень мне нравится, настоящий такой осенний. Он согревает только одним своим цветом. Но эта ниточка очень теплая и мягкая. Она идеально подходит на аксессуары. Одного мотка хватает на шаль или шарф. Или на шапочку и небольшой снуд. А два мотка, от двух мотков уже потребуется на такое классное мягкое плечевое изделие. Достала из упаковки этот огромный моток пряжи пашмина. Чтобы все-таки вы еще рассмотрели, если вы не видели эту пряжу у меня. Какая же она мягкая. Вот я как получу новую пряжу, все, хочется бросить все текущие проекты и скорее хвататься за что-то новое. Но вы посмотрите на эту красоту. Вот такой шарф из одного мотка вы можете связать, любой другой аксессуар. И сама ниточка. Видите, такой пушок, но он очень-очень мягкий. Я уже видела изделия девочек из этой пряжи. Очень довольны. Ниточка мягкая, вы видите, какие там красивые переходы цветов идут. Так, еще раз давайте посмотрим с вами. 15% мериносовая мягчайшая шерсть, 10% мохер, но он здесь вообще не чувствуется. И микрофибра. И большой метраж в 200 граммах 110 метров. Это хватит, конечно же, на, как я и сказала, на одну шаль или на один шарф. Спицы 3-4 миллиметра. Ох, какой цвет. Ну, вообще. Да, и, кстати, про цвет я вам тоже сейчас скажу. Какой это номер цвета. Это цвет 667. Вот такой цвет. Ну, красота. Покажу еще немножко. Собираю заказы клиентов, которые пришли в магазин Amazing Wool в Нидерландах. Это классная пряжа Stonewashed. Она вообще просто универсальная. Подходит и на плечевые изделия, и на детские изделия. Это полухлопок. Хлопок с акрилом. Очень мягкая, вообще гипоаллергенная, классная пряжа. Здесь у меня вихрь, верл пряжа. Вот такой красивый синий цвет. Это цвет 755. И здесь клиент заказал это большой набор вязать одеяло. Такое крючком. Здесь сейчас не очень хорошо видно по фото, но это такой большой набор. Называется The History Naturel. Дизайнер выпустил, который сотрудничает со Skipjes. Это пряжа Stonewashed. И здесь на двух языках, на английском и на нидерландском. В общем, вот такой большой набор. У кого-то скоро будет такое классное одеяло-покрывало. Кладу обязательно визиточку. И как же мне нравится пряжа Верл. Ну, я ее просто обожаю. Вот этот цвет 755, он просто вне конкуренции. Смотрите, какие здесь цвета. Здесь 6 длинных переходов цвета. И вот из одного такого моточка пряжи Верл. Сейчас покажу вам, какая чудесная шаль может получиться. Уже вы много раз видели мою шаль, но покажу еще раз, раз она у меня здесь висит. Вот такая огромная шаль, и вот из этой пряжи получится такая же шаль. Пока работала с заказами, мой глаз опять упал на бобинную пряжу. Стоит она тут, манит, блестит. Такая красота, друзья. Приглашаю вас приобретать эту пряжу, она вся есть в наличии. Здесь у нас такой шикарный кашемир белый.
Посылочки собраны, и сейчас я поеду отправлять их уже на почту. И большинство из этих посылочек в Германию из моего магазина Amazing Wool, и одна посылочка в Испанию поедет. Гуляю я со своими малышами. И смотрите, что я увидела у соседей. Здесь, значит, стоят стулья с надписью «Stuhlen gratis mit Namen». Это значит, что вот стулья можно забрать бесплатно. Они хозяевам больше не нужны. И они их выставили, можно просто забрать. Здесь часто такое можно увидеть. И вот кому понадобится, смогут стульчики забрать. У нас уже стемнело. Так красиво на улице, очень тихо. И у кого-то уже балкончик украшен. Уже повесили такую гирлянду. Намек на то, что скоро Рождество. Ну, время летит очень быстро, друзья. Уже ноябрь. И Рождество у нас здесь тоже не за горами. У меня здесь такие березки.